набор горячего шоколада. Для приготовления горячего шоколада набор отправляем в Москву. Вот, в составе какао тертое, такое кусками. 300 грамм. Коробочку. Сахар тростниковый и корица. Так. Еще человек получает инструкцию подробную, как это готовить. И здесь информация о том, что такое какао и какой он должен быть, откуда он произошел. Моя визиточка. И еще новогодняя открытка. Я подписываю те пожелания и поздравления, которые заказчик просит меня подписать. И человек получит. Вот девушка находится в Америке, оплатила такую прекрасную коробку для своей подруги в Москве. Вот душевно, от руки подписанная открытка, хороший набор. Мне кажется, отличный подарок на Новый год, я была бы рада. Такая коробочка будет. Отлично. Интернет-магазин sagara.ru. Да, пожалуйста, заказывайте чай и какао, и другие натуральные напитки. Посуду? Посуду тоже, конечно, есть. Но мы ее отдельно снимем. Да. Новогодняя коробка чая состоит из 6 сортов чая. Вот такие пакеты с удобным замком, зиплок, который можно открывать и закрывать много-много раз. Такого черного чая 100 грамм, белого 30. Есть еще два вида улуна. Темной прожарки улун из Уишань и тегуанинь, знаменитый улун из Аньси. По 50 грамм каждого. И еще есть зеленый чай и красный чай. Таким образом, человек, которому достанется этот подарок, всего стоит 2000 рублей. Человек этот сможет попробовать все виды чая китайского и получить очень богатое представление о китайской чайной культуре, насладиться. И, конечно, инструкцию я положу. Там рассказано все, как заваривать какой чай. И будет очень вкусно и надолго-надолго хватит. Вот такой подарочек. 2000 рублей – это вместе с пересылкой? Нет, доставка отдельно. Доставка отдельно. А доставка через Почту России? Человек пойдет на Почту России, будет мучиться? Ни в коем случае. Вот это доставка фирмы СДЭК до Москвы, до адреса. Донесут эту посылку, это будет стоить 320 рублей. Очень удобно. А предыдущая посылка с какао, та сколько стоит? Та, которая поедет в Москву? Сама стоимость посылки 1000 рублей набора. Uh-huh. 1000 рублей, доставка также 320 до Москвы. Ну, в общем, это стандартная цена такая, небольшая. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, мастер. А еще открытка новогодняя, конечно, новогодняя открытка. С Новым годом, друзья. Да, я подписываю, опять же, что мне просит заказчик написать вот своим родителям. Я пишу, вкладываю. Вот настоящий подарок такой. Если вы находитесь в другом городе и хотите своему другу подарить хороший подарок, мне кажется, это отличное решение. Ну, сейчас, наверное, не успеют поздравить с Новым годом. А какие успеет. Там дальше праздники? Успеет. Да, должны успеть. Я сейчас пойду отдам посылки, и через 3 дня точно они получат. Ну, обещают 2. Новогодние издержки, может быть, 3. Нет, а потенциальные твои друзья, которые могут заказывать, им нужно заказывать уже что? Ну, можно еще успеть заказать, если сегодня, завтра. На Рождество? На Рождество, да. Ну, так вообще от Питера до Москвы идет 1-2 дня коробочка. По России до Камчатки доходит, из Питера до Камчатки за 5-6 дней. Очень быстро фирма СДЭК доставляет, удобно и хорошо. Посылки не теряются, их получать удобно очень. Так что вот, пьем чай. Примерно так будет это. Еще инструкция.
И визитка. Целая коробка.